Так, уважаемые коллеги, вашему вниманию главный тренер команды наших гостей Кайсар Кызылорда Стойчин Ваденов. Пожалуйста, несколько слов о матче в целом. Ваше мнение. Я думаю, что даже случилось эта команда, что лучше играла, проиграла. Так получается. Без моменты. Казалочар забили. И мы не могли забить эту историю мяч. Атаковали. Но вперед не получилось. Наша команда хороший футбол играла, но только. Это недостаточно играть хорошо и красиво. Надо забивать. Потому что футбол, кто забивает, он выиграет. Сегодня Казалочар забили и взяли три очки. Это история мяча.